Владимир Щербаков родился 20 мая 1967 года. В 1990 году окончил Казанское театральное училище. С 1990 года по 1991 работал в Ульяновском областном драматическом театре. В 1991-1995 год. Обучался в РАТИ, мастерская Давида Ливнева, в 1997-1999 год. Работал в театре на Покровке, наиболее известен по ролям Лаврентия Берии. Благодаря внешнему сходству, на 2010 год роль Берии сыграл в 14 фильмах.